Всем привет! Получил наконец-то долгожданную коробочку с китайскими кроссовками от Li-Ning Shadow Essential. Поэтому сейчас мы вскроем данную коробочку и быстренько посмотрим, оценим и заодно потестируем эти кроссовочки. В общем, получим от них первые впечатления. Коробочка у нас выглядит так, как будто прошла все круги ада китайской и российской почты. Но нас больше интересует содержимое этой коробки, а не она сама. Так что, на вид у нас здесь вроде все целое, поэтому приступим к посмотреть. Визуально кроссовки выглядят очень интересно. Вот. Бесшовный верх у нас сделан из единого куска сетки. Конструкция у кроссовка в виде носка. Верх достаточно эластичный и должен, по идее, будет хорошо облегать ногу при движении. Шнурки у нас закреплены на петли, которые расположены поверх сетки и заламинированы по всей длине. Пяточный стакан у нас имеет довольно-таки жесткую вставку для лучшей фиксации ноги. Внутри кроссовка имеется мягкая зона для улучшения комфорта бегуна при движении. Снаружи на пятке у нас удобные петли для надевания кроссовка. А на язычке имеется у нас вот такой вот пластиковый элемент для фиксации шнурков. Теперь немножечко о подошве. Подошва у нас имеет сложносоставную конструкцию. В ней у нас использованы два вида пены и две пластиковые пластины, которые у нас улучшают амортизацию и отскок при беге. Сама подошва полностью закрыта по всей площади подметкой из износостойкой резины. Это так вкратце о внешнем виде кроссовок. В общем, первые визуальные впечатления кроссовки у меня очень даже положительные. Кроссовок выглядит отлично, технологично, качественно, вообще претензий никаких. Поэтому сейчас мы примерим и отправимся его потестить и получим впечатление от пробежки. Отправились немножечко побегать с утречка, потестим. Первое ощущение после обувки вообще так непривычно. Такое ощущение, что кроссовки пытаются тебя немножко вытолкать вперед, когда ты идешь. И слегка даже вроде бы заваливаются внутрь. Но это такие вообще самые первые впечатления после того, как обулся и пошел. Так что сейчас их немножко разбегаем. И оценим еще раз. Все, помчались. Идут первые километры по городу. Такое ощущение, что когда обул кроссовки, что они должны были прибавить сразу плюс 10 к скорости. Ну, наверное, в принципе, так и есть. И пока бежим, немного о насущном размерной сетке. У меня 43-й европейский или 9,5 US. То есть длина стопы у меня 27,5 сантиметров. Вот, а здесь, если верить продавцу, то на меня подходят 44-й евро и 10 US. Тоже соответствует длине стопы. 27,5 сантиметров. С одной стороны было подозрительно, с другой стороны взял и не прогадал. То есть если будете брать на Алишке, ориентируйтесь в таблице соответствия. Размеры совпадают. Вот. А пока бежим, летим дальше. В кроссовках реально как летишь. Километры остаются за спиной за километрами. Легкость неописуемая. И, кстати, мягкий элемент в пятке
реально доставляет комфорт. Потому что сейчас небольшая травма ахилла, бегать вообще тяжко. Но тут неспешно, нормально, ноге даже приятно. Вот. И по 4:30 вот так вот наслаждаемся утром. Ощущения от кроссовок пока что, ну, очень положительные, на удивление. Хотя, когда доставал их из коробки, доверие данной такой структуре было не очень большое. А сейчас, ну, кроссовки как будто тебя сами выталкивают вперед. Особенно, когда бежишь с пятки, а я такой пяточный бегун, я прямо ощущаю, как меня хотят вытолкнуть. Километров вокруг города пролетели быстро, незаметно и в очень удобной обуви. Первые впечатления из коробки — просто кроссовки. Во, особенно понравилась внутренняя мягкая секция внутри пяточного стакана. Комфорт увеличивает, ноге приятно, удобненько, ничего не натирает. Ну, вообще, вот такой вот быстрый, как бы, видеоотзыв, видеообзор. В общем, первые впечатления о китайских кроссовках Li-Ning Shadow Essential.